Всем привет, друзья мои! С вами мы, Светлана Яндырата. Сегодня пришла к нам очередная посылка. Сейчас вместе с вами посмотрим, что же нам сегодня привезли. Сегодня мы, знаете, что сделали? Поменяли Wi-Fi, пришли нам ребята из Турксела. Обещают, что это очень хороший Wi-Fi. Ботаны, ботаны. Ой, как у нас будет классно. А чашка матч, электрик бланкет. Ну все, мы со Шкымом не замерзнем. В принципе, и не было холодно. Но сейчас зима начнется. Вот такой вот ботаны. Пока я занимаюсь ужином, а Шкым вот здесь сделал эту елочку. Пираз дюзен лиме клязем. Сен бурадакой, бенсана ярдым джия поим. Начинается Новый год. Романтика! Кто говорит, мой Ашкым не помогает мне ни в чем, а? Кто говорит, что мой Ашкым лентяй? Ашкым мне кофе не готовит, Ашкым мне капучино готовит. Покажу вам. Мы все делаем вместе. И постели. Сейчас постелили матрас тоже вместе. Все делаем вместе. Супер! Вот такое вот у нас счастье с Ашкымом. Такая вот у нас елочка. 2 минуты ее на воде. Блестит. Новый год скоро у нас будет. Сегодня на ужин вот такой салатик. Куриная печень пожаренная в муке. Плов рассыпчатый. И Ашкым сделаю рисовый суп. Картошка, морковка, лук, зелень. Всем доброго утра, друзья мои! Вышла на балкончик. Один день у нас был дождик. Дождик. Не показала вам дождик. И вот сегодня уже солнышко. И цветочки в каком виде? Видочки. Это гвоздичка. Вот посмотрим, как она будет зимовать, да? Еще бутончик. Скоро распустится. Видите, как балкон пачкается, уже так не смотрю я за ним. Мы здесь не выходим. А с этой стороны какое солнышко у нас. Соседи вышли на лавочку. С утра пью. Это чай из всех трав. Тут и кукурузные рыльца, и ромашка, апельсиновая корка, и мята. Ашкыму даю и сама. И вот мой кофе. Снова стаканчика. О, красавчик. Красавчик. А вот мой дракон, не знаю, вроде бы что-то прорастает. Чья также стоят. Авокадо посмотреть, есть что-нибудь? Пока ничего. Мы терпеливы, будем ждать. Бабушкины цветочки. Бабушкины цветочки, мои любимые цветочки. Вот, зато у меня гвоздика. Каранфил, это гвоздика. Вот она, красавица, оранжевая будет. А этот, посмотрите, как он принялся хорошо. Вот мне еще и цветочки дает. Наверное, до следующего лета здесь будет прямо по всей стене. Я так думаю. А вот и я, друзья мои, пью свой напиток из всех трав. И хочу поговорить с вами насчет этой диеты, потому что очень многие пишут, что спрашивают. Да, вы знаете, что я испробовала в своей жизни очень много диет, как вы знаете. И вот диета Угулава дает организму прийти такой стресс, она вот в начале, потом все налаживается. И вы кушаете много, я, например, даже до ужина не дохожу, мне это хватает со временем. Вначале, конечно, я все съедала, все, что там написано, а потом привыкаю и даже меньше хочу кушать. Чувствую я себя очень хорошо,
Вот у меня уже, знаете, перестраивается организм. Я вот когда 2 года назад начала эту диету, у меня уже привык организм питаться так, как здесь указано. Поэтому я 1,5 года, наверное, ну, 2 года не поправлялась. Просто сейчас набрала вес из-за того, что вот набрала вес, да. Этот карантин туда-сюда, ни в чем себе не отказывала. Еда в кафе и в ресторанах очень вкусная, и набрала килограммы. Хотя хлеб я так не кушала, не знаю почему. Сладкое много кушала. Вот у меня есть конфетки, сладости. И вот вечером на ночь наемся, и утром вставала с такой головной болью. Сейчас все нормально. Так что, если вас интересует эта диета, вы можете, конечно, если вы здоровый человек, у вас нет каких-то хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то это вполне сносная эта диета, и можно хорошо похудеть, прийти в норму. Вы видите сами результат на мне. Моя третья неделя диеты, и всего 4 недели. Вот самая последняя, она особенная, потому что кушать только одно целый день или один день. Овощи надо кушать, один день фрукты, один день белки. Какие белки? Мясо отварное куриное, или рыбу, или мясо такое отварное. Так что все нормально. Приходим в норму, худеем. Садитесь вместе со мной на диету, не пожалеете. Эта диета отложится у вас в голове на долгое время, и вы захотите питаться так, как там указано. Я не ем жареное. Сколько времени, все в отварном виде, без жиров, кушаю хлеб, в общем, питаюсь нормально. Вышли с Ашкимом погулять, то в Мерсине похолодало. Да, Ашким, сухму, бирас. Бирас. Выйдем на часик, наверное. Никак не могла вырваться раньше. 25 дерезенин алтына düştük. 16? 25 derecenin altına düştüğümüz zaman soğuk diyorum. Mersin. Nereye gidiyoruz? Söyledim. Bak ne buldum. Ne buldum. Aha, tamam. Побежали больного, наверное, они нашли с ковидом. Ne oldu? Что здесь такое? Раскопки? Ашкем, bir şey var mı orada? İçerinde olabilir. Yok? Ашкем, orada... Kim öldü koronadan burada? Ha? Знаете, что мы думаем с мужем, что это? Я, ёк, оле бише, я. Коронадан өлендер, бурас мезарлык ма? Я подумала, что кладбище делают. Вон, видите. Эвет, дырма, не нанёс. А не были хазырлады? Короче, видите, какая у меня ложная информация. Я думала, здесь кладбище будет. Олмаз мы были мезарлик, я бмак. Ёк, я. Ама кеды варны, посмотрите, как сделали домик для кошечек. Кедисен. Кедлер ятсын. Вот наш Помполиус. Помполиус, друзья мои, Помполиус. Покажу вам развалины древнего города. Мы живем вот возле, рядом такой достопримечательности. Этим камням, наверное, миллионы лет. Колонны как стоят, да? После землетрясения здесь все рухнуло. В каком-то 534 году до нашей, кажется. Очень-очень давно, мои хорошие. Сейчас смотрю, молодежь пикник делает. Пикник я пёрла. Купили себе еды, напитков и идут. И такое вы тоже увидите. Бессовестные есть. И очень их много. Ничего не изменилось, никто ничего не украл. Вот так вот и лежит оно годами. А там дальше, по ту сторону, сады оливковые. Красивое место мы вышли. Море сегодня. Морешко. Красота. Видите, рыбаки там рыбку ловят. Подойду поближе. Знаете, что я заметила? Просто не хочу снимать людей.
Вот направо и налево в этом районе все, кто хочет выпить, очень много таких собравшихся, устраивать себе пикники. Вот на пляже все сидят алкоголики, а там дальше тоже полно. Одни машины, одни пикники. Вот и такое место здесь. Так хорошо, посмотрите, как красиво. Наш Мерси, а море какое. Вы слышите? Шум моря. Не знаю, как вы, но я обожаю Мерси. Хотя очень люблю Батуми свой. Но, несмотря на то, что пандемия в этом мире, запретили выезды и въезды в другие страны. Я представляю, как будто я нахожусь в Батуми. Там мой Батуми, думаю. Скоро увижу, дай Бог. Увижу точно. Так много рыбаков, мы решили с Ашкымом тоже. И прийти сюда в один день. Пришла я домой и быстро готовлю новое турецкое блюдо. Курица, морковка, картошка и нохут. Посмотрим, что получится. Вот сначала надо пожарить курицу с двух сторон, потом добавить лук с морковкой. Сюда можно добавить и картошку уже. Пускай оно тушится 20 минут, наверное. Какая красота получается. Вот потушилось минут 15, и я добавила очищенные помидоры. Как только у меня чуть-чуть оно потушилось, я добавила также и томатную пасту чуть-чуть. И добавила сваренный заранее нохут. Вот. И вот это сейчас оно у меня будет тушиться до готовности. Смотреть надо картошка как. А, уже картошка такая хорошая, что она чуть-чуть и уже будет готова. У меня вон загревается мой суп овощной. А также я отварила вот горошек и картошечку. Вот, будем обедать. Смотрите, какая красота у меня получилась. Вот так вот. А это мой супчик. Что тут только нету. Наконец-то наши обеды совпали в одно время. А то мы в последнее время кушаем порознь. Сделала такой салат. Мне тоже это можно. Тут баклажан, красный перец. Вот основная еда. Вот это вот рис. Мой Ашкым уже на второй день кушает плов, слава богу. Ну, естественно, как же без йогурта и зелени, витаминов. Все, приятного нам аппетита. Ашкымгель! Ашкымгель, емек, иджес. Красота, не так ли? Посмотрите, кто ко мне пришел в гости. Малыш, малыш, малыш. Малыш возле мамы сидит. Иди. Ой, играться хочет. Играться хочет, мальчик. Играться с мамой. Иди. Малыш, как увидел меня, обрадовался. Татьяна, поздоровайся. Здравствуйте. Ты очень многим понравилась. Очень многим понравилась квартира и все. А малыш думает с ней разговаривать. Он ведь с тобой тоже работает, да? С утра до вечера, да, работает. Зарабатывает себе. Вот Татьяна у нас риэлтор. Не, мы не просто риэлторы, мы сами застройщики, а также занимаемся ремонтом внутренней, у нас внутренней работы, внешней работы, декорация, мебелирование. Ну и, естественно, есть у нас ветка ответвления НЛАКа, то есть риэлторства. Ну, мы продаем и свою недвижимость и помогаем продать также чужую недвижимость. Да, очень хороший работаем МЛАК, честно, работаем да. Только на проценты. У нас все цены идут от хозяев, либо от застройщиков. Мы работаем только на проценты, мы ничего не накидываем. Никогда. Вот.
гарантирую к ней обратиться. Пишите мне, я вам дам ее номер телефона. Вид на жительство, ТОПУ, доводим все дела до конца. Счетчики, там, свет, газ, вода, все это доводим до конца, помогаем меблировать, советуем, какие компании хорошие, подешевле и получше. А потом, что еще? Ну, документы, вид на жительство, но это отдельная ветка, это уже отдельно. То есть мы делаем, но это отдельные документы, отдельный офис, отдельная плата. Окей, спасибо, Татьяна, спасибо. Обращайтесь.